Вообще доброе время суток. Еще разочек. Сегодня 30 декабря. Свиночки наши покушали. Маша, Маша. Или как это? Сниф-ниф-нуф-нуф назовем. Сытые, спокойные. Да, мои хорошие? Ну-ка. На, мои хорошие. Красавица. Я уже говорила, что свинок взвесили. Они уже 8,5 килограмм были. 3 дня назад. Вот. Надо бы, наверное, еще разочек будет 31 декабря завтра завесить. Прибираться здесь будем с утра. Кто-то к празднику готовится новогоднему. Ну, а мы... У нас и покормить надо, и прибраться надо. Так что... Вот такие вот у нас дела ежедневные. Свинки хорошие, спокойные, довольные. Мы очень рады, что приобрели. Ну вот еще, правда, кавалера не приобрели. Еще рановато. Взрослого будем. Ну, немножко, на месяцок постарше, чем наши будем брать.